6 декабря Казанский университет посетила профессор отделения исследований в области образования и психологии Высшей школы образования университета Майами США Дина Бирман. Гостья вуза прибыла в КФУ по приглашению университета для консультации по вопросам педагогического образования в рамках САЕ «Учитель 21 века». В рамках ее визита состоялась встреча с ректором Казанского федерального. Дина Бирман отметила, что Татарстан – это многонациональная республика, и тут формируются целые проекты по работе с каждой из групп населения. И, кстати, Казанский университет смог бы аккумулировать целые процессы, связанные с решением проблем мигрантов и их адаптацией в отечественной среде. Я приехала, чтобы сотрудничать с учеными здесь, которые занимаются миграцией. И это тема моей работы, это то, чем я занимаюсь, это подготовка учителей к тому, чтобы они работали с иммигрантами в классах. На протяжении ближайшей недели в КФУ будут проходить лекции известного в мире исследователя в области мультикультурного образования. Процесс акультурации, через который проходят приезжие, он отличается для детей, для взрослых. И вот в семьях происходит такая проблема, что как бы дети живут в одной культуре, а родители в другой. И для того, чтобы им адаптироваться, и надо это понимать, и надо с ними работать так, чтобы они понимали друг друга. Представителям двух вузов предстоит обсудить вопросы совместной работы и подготовки глобальных проектов. Задача стоит грандиозная – создать международный консорциум по вопросам образования и педагогики. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.